42-я многодневка, проводящаяся в Омске, собирает молодежь 15-16 лет, наших будущих, скажем так, резерв подготовки для команд сборных страны. Единственная многодневная гонка в России, где в рамках многодневки проводится командный этап. И вот сегодня у нас заканчиваем мы этот индивидуальный раздельный старт. То есть все виды, групповая, командная и раздельная, представлены в одной многодневной гонке. Мы приехали на эти соревнования ради выполнения норматива кандидата мастера спорта. Эти гонки все интересны, так как каждая гонка, она получает много опыта для спортсмена. Вот любая гонка, любые старты – это просто опыт в дальнейшей карьере. Приехали участники из другой страны, с ними очень интересно гоняться, так как мы не знаем, что представляют эти спортсмены, на что они способны, как они могут ехать. Сейчас у нас хорошо получается действовать командой, делать какую-то работу командно. Я стал больше понимать. Взрывная мощность повысилась. Как бы на финиш сейчас лучше начинаю выходить. Все непредсказуемо, отрабатывается почти все. Спринты, разделки отрабатываются. Сейчас у меня хорошо идет, ну, групповые гонки скорее. Сидеть и финиш забирать. Но работаю еще над раздельными стартами, над командными гонками всякими.